ржавчина полностью удалена. Попробую снять корку на моей ранке. Нет, у тебя потечет кровь. Ну, корка так противно выглядит. Не вижу в ней смысла. Зачем эта корка? Объясню. Дети, за мной! Побежали! Оригинальная концепция когти. Адаптация Лоренса Диаса и Стефана Карра. Режиссер Жан-Люк Франсуа. Путешествие Адибу. Как устроен человек? Зачем нужна корка на ране? Корка на ране все равно, что пробка в ванне. Это защитное покрытие затвердевшей крови, обеспечивающее заживление кожи. Затвердевшая кровь? Интересно. Если ты поранился, кровь притекает к месту пореза. Щекотно. По кровеносным сосудам. На нашем корабле мы проделаем тот же маршрут. Смотри. Вслед за клетками крови мы отправимся к месту пореза. Вау! Мы уже оказались под кожей. Давай посмотрим, что там происходит. Они похожи на диких овец. Скорее на сторожевых собак. Эти клетки называют лейкоцитами. Их задача защищать тело от чужеродных организмов, пока порез не подсохнет. А это что? Это микробы. Они попадают в кровь и через порез проникают внутрь. А лейкоциты будут убивать бактерии, наверное. Температура поднимается, значит, борьба с микробами началась. Вернемся в корабль. Скорее! Этот микроб уносит меня! Вот лейкоциты! Давай поможем Робитоку! Спасибо Адибу! И спасибо лейкоцитам, убившим микроб! Ой! Отвратительно! Это гной! Остатки борьбы между лейкоцитами и микробами! Начинает темнеть. Ой, что там происходит? Кровь свертывается. Идем внутрь, скорее. Как эта кровь свертывается? Это делают тромбоциты. Особые клетки крови. Они слипаются между собой, образуя корку. А кровотечение прекращается. Возникает корка, как пробка на бутылке. Именно. Свернувшись, кровь прекращает течь. Кожа может спокойно заживляться. Остановимся на ладони. Посмотрим, нет ли клеток в двигателе. Как цемент. Очень твердые. Как видишь, тромбоциты соединились между собой. Возникла корка, а под ней заживляется кожа. Смотри. Эта корка прочнее, чем доспехи. Да, она застывает на воздухе, как корка на пироге. Что ты делаешь? Ломаю корку, чтобы освободить тебя. Ты мне тоже помогай. Ладно. Ты свободен. Не захотел бы снова в этом застрять. Летим домой. Назад, на Селесту. Надо оставить в покое корку на моей царапине. Не щекочись, оставь меня в покое. Так и будешь ходить весь в коросте. Хватит говорить о корке и о коросте. Предложи что-то новое. Обед. Понял, зачем нужна корка на ране? Да. Если поцарапаться, лейкоциты в крови убивают микробов, а тромбоциты склеиваются между собой, закрывая рану. Кровь свертывается, образуя корку для заживления кожи. Пока!